Итоги реализации национального проекта «Культура» представили на одноименной фотовыставке в Тюменском драмтеатре. Она организована Минкультом. Экспозиция рассказывает о масштабных проектах и самых интересных событиях. Это реставрация и строительство учреждений культуры, открытие виртуальных концертных залов, в том числе в районах. У нас в Тюменской области есть чем гордиться по итогам реализации национального проекта «Культура», потому что у нас введены в эксплуатацию несколько домов культуры, создана и введена в эксплуатацию библиотека по модельному стандарту, открыты виртуальные концертные залы, реализуется выставочный проект федерального и регионального уровня, поддерживаются любительские творческие коллективы. Мы входим в десятку лучших волонтерских центров среди всех субъектов Российской Федерации. Проводится множество фестивалей и конкурсов. Поэтому мы уверены, что национальный проект «Культура» придет в дом каждого нашего жителя.